сегодня в районе 2 часов ночи. Мы все спали. Я проснулась от того, что я не слышала ни бух от этого, ни шума, ни гамма. Вот. Я услышала, что у меня дети орут диким криком. У меня дверь в комнате захлопнулась, толком не смогла выйти, я дверь открыла. Захожу на кухню, там везде все стекло. Я босыми ногами по стеклу за ребенком, а ребенок спал с краю. Диван стоит в его комнате, и на него упало окно, и на нем это все дело разбилось. Поехали.